Здравствуйте! Мои уникальные, незаменимые генераторские! Только вам обязаны бесчисленное количество персонажей виртуальных миров своей жизнью и смертью! И чтобы вы и дальше могли нести свет во вселенную по ту сторону экрана, смею вам предложить новые новости, ибо быть в курсе необходимо для осознания собственной ответственности. Разработчики Watch Dogs рассказали о Гудсто, населенном городе Чикаго, где каждый персонаж уникален и готов быть хакнутым. Аж в 20 раз мир Batman Arkham Knight будет больше Arkham Asylum, но не масштабы главное, главная детализация и атмосфера. Разработчики Evolve поклялись усовершенствовать распиздатую формулу от кооперативного геймплея Left 4 Dead. Обновление 9.0 для World of Tanks наставило геймерятушек на путь истины. Новый охуенный графон перевернул восприятие реальности, а режим исторического боя послужил лучшим учебником истории. BioWare запилит 40 различных концовок в игру Dragon Age Inquisition. Система последствий позволит фанатам наследить в каждом из 5 основных регионов. В Assassin's Creed Brotherhood были намеки на французскую революцию, Assassin's Creed Unity, а вы проебали. Разработчики Сома решили утопить игроков в пучине морской для пущей Авасаки. Команда Warner Brothers решила добавить в Middle-Earth Shadow of Mordor щепотку интриги, чтобы не отставать от мыльных опер современности. В Get Even появится поддержка технологий виртуальной реальности для полного погружения в глубокую пиз... в глубокий параллельный игровой мир. И как всегда напоследок заценим свеженькие релизы последней недели. Пристегните ремни, сейчас будет трясти. Команда Ubisoft решила наконец похвастать своим распиздастым виртуальным городом Чикаго, где все и всех можно хакнуть. Огромный город Watch Dogs населили ебической тучей неигровых персонажей, каждый из которых будет обладать уникальными, отличительными чертами. Разработчики отказались называть точные цифры, но на одном экране уместятся как минимум десятки персонажей на улицах, каждого из которых можно будет взломать. 6 различных районов города будут качественно отличаться друг от друга, как населением, так и своей атмосферой. И пересечь огромный живой Чикаго можно будет на 75 различных видах транспортных средств. И, конечно же, новые опиздохуительные визуальные эффекты типа дождя, тумана, смены дня и ночи добавят Watch Dogs реалистичности. Игровой мир Batman Arkham Knight будет аж, блядь, 20 раз больше, чем Arkham Asylum. Ну, и всего-то в 5 раз больше, чем Arkham City. А все потому, что нужно наконец-то представить геймерятушкам невъебенный Бэтмобиль, который в огне не горит, в воде не тонет, да еще и по стенкам ездит и катапультирует пилота в дождливое небо Готэма. По словам разработчиков, размеры города не главное. Главное — возможность заглянуть практически в каждое окно и подсматривать за голыми тёлками. Главное — выпрыгнуть из Бэтмобиля, на полном ходу взмыть в небо и посмотреть на красоты города с высоты полета Бэтмена. Ну или хотя бы тупо пофапать на графон, пока никто не видит. Разработчики Evolve клятвенно пообещали усовершенствовать беспроигрышную формулу кооперативного шутера Left 4 Dead. По словам главы Turtle Rock Studios, идея игры «Один геймер-монстр против 4 игроков-мудаков» появилась еще раньше, чем банальная зомби-пострелушки. Правда, оказалась она нехуйски сложной для реализации в плане играбельности. Разработчикам пришлось учесть неебическую тучу различных нюансов, чтобы отбить охоту и единоличников играть в Рэмбо, а заодно и подкрасить врагов и союзников красным и зеленым за стенами. Ну, чтобы все могли видеть, что происходит. Так вот, чтобы поиграть тем же Голиафом в Evolve, пришлось даже освоить камеры от третьего лица, чтобы монстр мог видеть, что творится вокруг него. Но главное в копе — дикий фан, над которым команда бьется уже не один год. А вот и мои любимые умственно отсталые, заторможенные в развитии дрочеры со своими транспарантами.
Что у вас там написано? Дяденька, а что там слышно про The Last of Us? Ты не поверишь! Мой мохнатый пейс накрыл! The Last of Us, походу, все-таки выпустят! Вдохните поглубже! Выпустят на PlayStation 4! В одном из интервью, и не где-нибудь, а прямо на канале CNN, товарищ управляющий евразийским отделом, PlayStation пропиздился, что порт появится уже этим летом. Теперь особо хитро выебанные геймерятовки, которые купили третью плойку, только ради того, чтобы пройти эксклюзивы для третьей плойки, могут начинать беспокоиться. По традиции в комплект нового издания запилят все дополнения, а заодно и графику подгонят под next-gen формат. Но должен предупредить, пиздеж и провокации всегда где-то рядом. Дяденько, а что там слышно про Сюрвариум? Скажи, пожалуйста. Да, пожалуйста! Медленно, но верно, компания Восток Геймс продвигает Сюрвариум к релизу. В планах разработчиков запилить открытое бета-тестирование уже этим летом. В 2014 году в игру собираются добавить новые карты, экипировку, систему настройки персонажей, систему кланов, отрядов и прочую поебенечку. А также весомые фичи типа игровых заданий, системы войны за территорию и свободного режима, где можно будет настрелять монстрам по рогам. Тем не менее, аномалия, ты моя писька отрывающая. Разработчики напоминают, что это все только в планах, а как получится, так и получится. Митинг тормозков разогнали. Можно продолжать. Разработчики World of Tanks выпустили новое, вишневое обновление 9.0. Извольте напялить очки с 5-сантиметровыми линзами, ибо Дон Графон собственноручно приложил к делу свои члены черного пластилина. Нас всех долго кормили овещанками и всякой поебенечкой вроде «как только, так сразу». И вот, блядь, свершилось! В игру запихали новую систему шейдеров, влияние подножных препятствий на поведение неокуклившихся гусениц и прочие няшечки. А ты хочешь срывать башни полностью? Хочешь фапать на провисающие под собственной тяжестью гусеницы? Хочешь, чтобы твой танк прокачали круглыми как сисечки литыми дисками? Жопка твоей любимой ПТ-САУ теперь настолько реалистично шевелит своими крашенными металлическими формами, что самосознание и мировосприятие переворачивается нахуй. Только потом не говори мне, что Минздрав не предупреждал. Ибо несметное полчища полигонов, из которых реально составлены новые модели танков, говорят дрочерам Графона, не доебись! Вся бакханалия, разврат исторического боя развернулась в режиме штурма, стандартного или встречного боя, на трех доступных сценариях. Балатонская операция, Орденская операция и Курская битва. Дабы отдать дань истории, разработчики нахуярили гибическое количество ограничений. Две команды разбили исключительно по нациям. Каждый из танководов сможет юзать только ту невъебенную технику, которая соответствует историческим реалиям. Тип снарядов и их количество должно быть точь-в-точь таким, как было у наших дедов. Никаких новоблядских эмблем и знаков кланов с петрушкой. Только покоцанные текстурки на броне. Только хардкор. BioWare забили сразу 40 различных концовок в игре Dragon Age Inquisition. Если верить последней информации, разработчики нахуярили дохуя различных систем, которые будут качественно влиять на жизнь во всех 5 главных регионах. В частности, игрокам придется налаживать торговые маршруты, захватывать территории и даже вырезать целые виды животных и растений, что приведет к качественному сокращению количества ресурсов в той или иной зоне. Ну а если напихать пистюляторов драконам и бандитам, наоборот, население восславит геймерятушек и будет носить на руках. Еще в 2010 году Ubisoft намекала нам всем, что в новых частях серии будет американская французская революция. А вы не верили? Уже тогда разработчики знали,
Чем обернется блядская попойка Эдварда? И какими непотребными ролями Арно зарабатывает себе на жизнь, чтобы свергнуть Людовика? По словам бывшего сценариста серии, в заключительной сцене Brotherhood было аж два ярких символа революции, которые затем запилили в новых играх. Так что все бегом перепроходить старые части серии в поисках медведей с балалайкой и бутылкой водки. Ну или хотя бы самураев, исполняющих харакири под сакурой. Иначе придется вновь возвращаться в Северную Америку, переплывать Атлантический океан и играть за черножопых рабов, приспешников-тамплиеров. Неожиданный поворот приготовили разработчики Сумо фанатам своего творчества. Место действия нового ужастика буквально утопили в неебических глубинах океана. То есть мало того, что на исследовательской станции машины приобрели человеческое сознание и взбунтовались против человеков, так еще и морские чудища, странные и стрёмные, будут поджидать персонажей под ту сторону лаборатории. И если в других ужастиках хотя бы гипотетически можно было съебаться домой в теплую кроватку под одеялко, то в Сома деваться будет некуда. С одной стороны выдирающие мозги машины, с другой ужасные крокозябры, тьма и толща воды, способные превратить персонажа в лепешку. Плохие, нехорошие дяди-орки и приспешники Саурона убили жену и сына великого рейнджера Талиона в игре Middle Earth Shadow of Mordor. А потом и ему отрезали ненужные члены. Но великий дух возмездия пришел на помощь и воскресил героя, чтобы сделать его десницей отмщения. Теперь Талион, как невъебенный терминатор, бегает и выносит орков толпами, чтобы добраться до самого Саурона и отрезать ему стальные яйца. И не забывайте, дух возмездия, сука, не так бескорыстен, как кажется. Таким образом, чтобы порадовать любителей мыльных опер, в игру решили добавить щепотку интриги. И теперь каждая гребаная мразь будет претендовать на пост короля Вестероса. Короля Гондора. Команда The Farm 51, ранее известная как разработчики Painkiller, добралась до технологии виртуальной реальности. Мало разработчикам Get Even прорисовки самых детализированных локаций, которые хуй отличишь от настоящих. Мало использования технологии 3D-сканирования, чтобы быстро и качественно налепить ебучую тучу реалистичных уровней. Так теперь все это можно будет узреть, нацепив очки с полным погружением виртуальный мир. По мнению польской команды, уже в следующем году грядет настоящая революция игровой индустрии. Все будут напяливать себе на голову приборы виртуальной реальности и забивать на обычную жизнь. А значит, нужно срочно запиливать поддержку окулусов и морфеусов в свою игру. А вот и самое сладкое — свежие релизы прошедшей недели. Команда Creative Assembly хочет поставить игроков перед лицом пунической войны, которая вылилась в древнюю, неебическую резню на полмира. В дополнение Total War Rome 2 Hannibal at the Gates появится новая карта кампании, новая система дипломатии, новые исторические сражения и несколько новых фракций. Konami, недолго думая, решила выпустить портативный эксклюзивчик Castlevania Lords of Shadow Mirrors of Fate в HD-версии на PC и консольках. В HD-версии появятся дополнительные плюшки типа истории рода, передачи умений по родословной и пизделки с огромными боссами. Не перевелись еще в мире стратегии, где нужно побеждать, покорять и расширять свою империю. Age of Wonders 3 предлагает вернуться в мир пошаговых стратегий на PC. В третьей части игроки смогут настроить военачальника тирана и даже вооружить его навыками традиционных классов ролевых игр. Свершилось! Долгожданное событие дрочеров многопользовательских онлайновых игр The Elder Scrolls Online распахнуло свои двери на радость епической армии фанатов, которые мечтали о ММО во вселенной The Elder Scrolls уже несколько десятилетий. Игру запустили на PC и Mac, и уже летом к баталиям присоединятся обладатели консолек нового поколения.
И на этом я с вами заканчиваю. Цацкаться! Подписывайтесь на канал. Тыкайте, тыкайте. Лайки под видео. И репостите крутотеню. Во имя добра. Не примените зайти на gamebomb.ru, ибо есть там новости и обзоры почитать, ролики, скриншоты посмотреть и бла-бла-бла-бла-бла. До скорого, ненаглядные вышмы!